Еще один комплекс, уже больше для верха мышц скора. Также используем либо гирю, либо блин. Варианты опять же за уши, либо за шар. Так чуть тяжелее. Первое движение сверху до середины. После чего диагональ одна, диагональ вторая, горизонталь и вертикаль. Последний элемент важный. Нельзя выполнять резко. Спокойно поворачивайтесь, насколько возможно, иначе можно получить травму позвоночника. Если мы выполняем это же с блином, неважно какого размера, держим ладошками, то есть сжимаем, не контролируем так, именно за счет сжатия. Сжатие происходит основанием ладошек. То же самое. Соответственно, за счет этого сжатия добавляешь еще грудные. Так будет чуть тяжелее.